Тоже только ее, потому что это Нет. здание не ломается. Вот эта вот лавка, вот это не ломается. Я пытался ее взорвать, она не ломается. Вот Блять, не да, наркота фрукты. завернутая, Вот а фрукты, отлично. а фрукты Ну все, завернутые. это уже миссия неинтересная. Ну все, стартуем. А сдали. Стойте, 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 еще? Да сейчас. А, все уже поставили. Да, мы типа фруктовую лавку обороняем. Да, да, а надо что-то не фруктовую работает. Лавку. Отстрела. В плане, они... ну я же говорю, поэтому надо их вручную выводить. Устанавливал облачную погоду и 18 часов не сработало. А чё ты попал? Ну и чё это такое? Вейпер в БМП! Трух тормознее на машину пересед. Я там маршрут накидал после дороги поворот. Куда мы поедем? Поехали! Робби, ты на строке? Да, просто. А, ну тогда сиди с сестру вместе. Специально в позицию буду ждать по отметку, чтобы поставить. На дело посматривай на... Как слышно? 10 часов, понял, да. Как слышно? Ты меня... Повторяю, я занял позицию, метку сейчас поставлю. Вон там дома, они там как раз сидят. Отсюда, давайте отсюда посмотрим сначала, стой. Ниже не спускаемся? Нет, стой, 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 стой. Отсюда посмотрим сначала, здесь дома. Все? Пока стоим. Знакомься. А что, здесь командир? Есть, я на ранчо сейчас подожду. А, ну ладно, ладно, ты сидишь там хорошо. Все, давай. Да у меня РПГ есть, у прицела, я хотел оптику. Ну садись со стрелка, посмотри там что увидишь. Да я РПГшник, я сейчас пойду вперед. Они, наверное, в городе засели. Да ну! Да? На 158-м съездим. На безопасно? На 58-м? На 158-м. Так, это где? Это... Восточный мост. С церковью по маршруту? Да. Ну там никогда не, их не будет там. Все, у нас не поехали. Да, я сел, все, поехал. Прикольно, я не знаю, как я раньше не заметил. Да мы поняли. Я слышал, он где-то рядом со мной стрелял, могу вычислить его. Ну ты делай, он по нам попадание было. А как? Ой, валим от него. Как так? Прилетел РПГ из города. Ох, карыч, котлета-то, а? Как? Котлета ТБшная, ТБшкой стрельнул, карыч. Так не, да, не должна так летать. Ну вот так вот. Положил. Так, перезапущусь-ка я еще раз. Давай. Неплохо меня. Да нас лучше. Как-то у вас.
Сами? Ой. А. А, там Птур был, ё-моё, Метис. Да ладно. Ё-моё, да, его же не было. Ёшки-матушки, я доехал, думал, ничего нет. Подстава такая, как-то. В оригинале-то нет. Прикольно. Значит, Рипер меня убил. А кто это меня сейчас расстрелял? Что это такое? Да какая-то крыса. По-моему, это Кагы. А, это, подожди, а как это Кору? Не, это противник был. Нет, это не Корус, это у нас какая-то крыса. Не-не-не. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я пришел и убил вас. Нас Рипер убил. Я спаситель, я помогаю. Паша, я так понимаю, идея на бэке была плохая. У нас просто, а пацан, откуда ты свалился вообще? Я свалился с крыши, там Дикарыч сидит, короче. Как ты выжил? Ну это от Рипер выжить можно, в принципе. Да я не знаю, у меня везет что-то. Я и на Воге два раза выпрыгивал. На Воге выпрыгнул с Ан-12, у меня игра выпнула, потом я... А можно как-то... все понял, как понимаю музыку. Ау. Я, короче, чувака первого, который на крыше сидел с РПГ у вас, я его убил, короче, с 400 метров одним выстрелом с Калашникова, с механического прицела. Ничего ты, ой, Вася, жестко. А Карыч такой смотрит, бэха, Катя, смотрит пехотка, фу, тру, летел. Тут была... Блин, если бы не Корвус, я бы еще вас там... А знаешь, из-за чего я добавил, Паша? За счет мало человек и из-за того, что тут была вторая бэха, но вторую бэху я сегодня добавлял, потому что я знаю, чем это закончится. Тут из города просто туда выйти нельзя. Блин, я думал, меня Карыч с Корвусом прикроют. Бетер был бы вместо бэхи нормально было бы. Там бэхи просто было. Но я не знаю, БТР я тогда, может, поставлю и беру, скорее всего, Метис. Потому что ДШК есть, душка есть. Не, парни, знаете что, я, конечно, все понимаю, вы реально дело мутите, все дела, короче, но лучше сделайте побольше миссий на обычные пехотные бои, фаерфайты. У нас не так же много человек, чтобы... Так нет, есть пехотные бои. Но вот где будет, они? Я вот не видел еще. Следующая миссия будет пехотная. Чисто пехотка какая-нибудь тематическая, да. Там, я не знаю. Я просто фрактировал миссии. В Архаисе есть Мосина? Да, есть Мосинка, есть Кар-98 немецкий. А это вроде не этот, не... Ребята, чем столпились? Машина за углом. Тише. 30 метров. Мне нравится, как Карыч с этим Скорвусом сидят, там просто нагибают. Чай, я напишу Аздонику. Да-да-да. Что машина там. Кстати, вот минус этих лесов, Паша, я убедился, с них можно, когда ты понимаешь, что именно под этим лестницам железным, можно хорошо так улететь на последних этажах. Да, можно. Я два раза чуть не улетел. Создоник. А, это нужно просто... Я по одиночке... Сейчас Карыч их всех убьет. Только он не то смотрит. А я думал, вообще с другой стороны заехал. Там, кстати, вот Метис удобно вот так вот стоять на такие штуки, получается. Вообще. Теплак есть? В Метисе, по-моему, нет. Или есть? Но он видел вас так, то есть он визуально вас увидел. Да понятно, мы на поле стояли. Я-то думал, там у них РПГ только обычно. Нет, РПГ нет. Мы с Тру вообще в шоке были. Мне понравилось, что бэха сначала заводится, а потом только стартует. Ну, да. Потому что у него двигатель вообще. Ты на 90-ке не катался в армии в третьей? Корус со стоник ползет. Чтобы вы понимали, где-то минуту или 30 секунд это заводится 90. Гонза сейчас прибежит, будет их убивать. О, Корус кого-то увидел. Слышал. Жалко 200-го нет. Ех. Вообще Корус со стоник убьет, наверное. Прайс там родит машину, нет? Да не, зачем? А он ее не видит до сих пор? Нет, он ее видел, но я не думаю. Боится, что за них увидел. У них звучка как бы справа стоит, ДШК, который взять можно. Оп. Прайс ушел. Да, все-таки ждать. А вы машину-то, вы машину увидели, да? Да, а все-таки хэтчбэк? А хули говорили, шестерка? Ну, черная-черная, машина, в чем проблема? Охуеть, я бэху еще вижу бэк, ну окей, ну хер с ним, я был КПшкой. Подожди, Аздоник, привет. Прайс, тебя не смутило то, что там лавка рядом стоит?
Ну как бы, лавка да лавка, они же его угнать-то могли. Ты же сказал, лавку не надо трогать. Ну да, ну этот самый. Мы ее не угоняли. Ну, я не помню, просто помню, что это чёрный стоит. На одной миске у меня бета стоит, а на одной вот это вот. Наебал его повсюду. С лавкой вот что можно сделать. А взять машинку какую-нибудь, хоть... прописать ей... газельку. При отличии газельки и все. Ну да, либо... машина газельку взрывает. Не-не, пацаны, я помню, делал, короче, на одной карте такую фигню. Берете бочку... Вот, ну или бочку, да, что обед, который тут бочки, взрываем, я не да. знаю, взрываются, не взрываются. Раздольник, ну ты в церкви играешь? Да вы заебали, ну ребята, ну уже какой год. Конечно, ты в церковь же. Я первый раз это слышу. Да что ты пиздишь, ты раньше от юзера слышу. Вау, мимо. У Карыча над головой, да. Да, это конечно... Кстати, а Соня как Соколовский решил пойти против системы? Нормально, а? Я зашел, да? Говорю, ты как Соколовский решил пойти, видимо, посмотри, против Паша, системы. Посмотри, Паша, где РПГ-х взорвалось тут. Че за метр Соколовский? 800. Ну, которого за покемонов нарисовали. Какая уговор? До РПГ-х до КФР взорвалось аж за многоэтажками вот этими, там, где за азартом. Значит, он как-то совсем фигово взял этот. Перелет. Гонза просто с азардом для этих самых, две котлетки лазят где-то в триггер. Правильно, а вдруг зайдут? А мы думали... заходили. Понял, Паша, знаешь, как система работает с вот такими, то есть, стационарным вооружением на А3? То есть, если есть командир отделения, он живой, то только командир может сесть, ну, если за него играет, естественно, то тогда могут сесть все. Но... Но если бот, то он не пускает. Да, да, если бот, нам пришлось убить бота, командира и сесть. Короче, был азарт. Да. В смысле? Это азарт? Наоборот. А, меня... Yeah.